По информации службы дорожного хозяйства, с начала 2021 года на загородные полигоны вывезено 834 тонны снега. Для устранения льда на дорогах и тротуарах рабочие использовали порядка 600 тонн противогололедных материалов. После обильного снегопада группировка дорожной техники, выведенной на улицы округа, была увеличена. На сегодня для уборки в южной части города задействовано 7 единиц техники, в северной – 5, в селах – 6. В уборке снега задействованы также 30 дорожных работников. С момента начала продолжительных осадков была организована и патрульная очистка от снега городских дорог для обеспечения безопасности движения транспорта. Сформированные снежные валы будут вывезены с обочин дорог после проведения полной очистки проезжей части, тротуаров, пешеходных переходов. В настоящее время продолжается работа по очистке территории от снега. Напоминаем, что за состояние внутридомовых территорий и очистки от снега и наледи ответственность несут собственники зданий и сооружений, управляющие компании и ТСЖ в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.